Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Приветствие Беатриче Данте Габриэль Россетти. 1880-1882 год. Холст масла 154/91. Данте Габриэль Россетти был одним из основателей братства прерафаэлитов, объединения писателей и художников, которая возникла в Англии во второй половине XIX века. Идеалом для его участников являлось творчество мастеров раннего Возрождения – Перуджино, Фра Анджелико, Сандро Боттичелли и других, создавших свои произведения до Рафаэля. Отсюда и название братства – прерафаэлиты. Прерафаэлиты были противниками академического подхода к живописи. Первыми в Англии начали творить с натуры, отказываясь изображать природу и людей отвлеченно красивыми. Богатым источником вдохновения для Россетти стал его знаменитый тезка Данте Альгьери. В 1861 году художник опубликовал перевод «Новой жизни» Данте, сборника автобиографических сонетов и прозы, посвященных любви поэта и Беатриче Портинари, чей образ стал определяющим в его жизни и творчестве. На картине «Приветствие Беатриче» живописец запечатлевает момент из этого произведения, когда Данте встречает повзрослевшую Беатриче впервые после того, как однажды увидел ее в 9-летнем возрасте. Фигура девушки является доминантой композиции. Поэт, утешаемый ангелом любви, в красных одеждах изображен на заднем плане. Известно, что Россетти был склонен отождествлять свои чувства к женщинам, сначала к своей жене Элизабет Сидл, а после ее смерти к Джейн Моррис, с прославленной любовью Данте. Возлюбленные художника становились его натурщицами. На данном полотне его последнем крупном произведении в образе Беатриче представлена Джейн Моррис. Вот такое описание к работе Данте Габриэля Россетти «Приветствие Беатриче», около 1882 года, «Холст масла», я нашел в интернете текст у книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.